ТГУ приветствует вас на театральной площади города Курска и вместе со всем городом отмечает День знаний. Курский государственный университет стал для многих большой дружной семьей, которая растет с каждым годом. Это студенты, преподаватели, выпускники разных лет, которые создавали и создают славную историю вуза. И именно сегодня Курский государственный университет начинает свой 85-й юбилейный учебный год. Время летит стремительно. Но, как сказал поэт, сталкиваясь с памятью, узнает о своем бесправии. В памяти навсегда счастливые мгновения молодости, связанные с университетом. Годы великих мечтаний и стремлений, ставшие фундаментом будущей славной карьеры. Годы творчества, свежих идей, неординарных проектов. Путь познания сложных дисциплин и самого себя. Время дружбы, романтики и любви. Курский государственный университет – старейший и крупнейший вуз региона. За громкими фактами – 8,5 десятилетий накопленного опыта и стремление всегда идти в ногу со временем, развиваться, достигать новых вершин. КГУ сегодня – это источник возможностей для развития и совершенствования личности. Это многотысячный коллектив преподавателей и студентов, который и обеспечивает лидирующие позиции вуза благодаря упорной, ежедневной работе. Каждый день – это день свершений, день новых открытий, день успехов. Пусть у вас все получится, а мы вам во всем поможем. Позвольте праздник, посвященный началу нового учебного года, считать открытым. Курский государственный университет – средоточие умов, аккумулятор чистой энергии, научной, творческой, спортивной. Это яркий калейдоскоп, в котором, кажется, есть место всему, что делает вуз передовым. В КГУ созданы лучшие условия для обучения по самым разным направлениям. В современных аудиториях, лабораториях, мастерских, в нанотехнологическом центре обучаются тысячи студентов, осваивая профессии самого широкого спектра. Благодаря наличию новейших корпусов и их технической оснащенности, вуз регулярно становится площадкой региональных, всероссийских и международных мероприятий. Здесь укрепляются международные отношения, здесь говорят и понимают друг друга на самых разных языках. На фоне масштабных мероприятий с участием первых лиц не меркнет веселая студенческая жизнь. В КГУ следует правилу, что настоящий студент – гармонично развитая личность и интересы которой не только в плоскости обучения. Молодежные форумы, съезды, спортивные состязания, оздоровительные поездки – все это драгоценная и неотъемлемая часть университетских лет. Да, студенчество, возможно, самая яркая часть жизни, когда сердца бьются громче и, кажется, нет ничего невозможного. Привет. Не печальтесь о сказанном. Не стоит твердить о напрасном. Проснитесь однажды, и разом вы сделаете что-то прекрасное. Идите с улыбкой без горечи, сердечному голосу следуя. Бегите, хватаясь за поручни, по лестницам, страха не ведая. Дышите дорогой и странствуем, желанием нового, светлого, ночами, закатами красными, весной, что пропахло запретами. И верьте в себя до последнего, толпу оставляя за спинами. Не делайте жизнь трагедией, пустячную грусть культивируя. Провалы, проколы, падения примите с буддийским спокойствием и прочь отметайте сомнения. Берите тяжелое, больше,
И вы, молодые и глупые, создатели, миростроители, кричите о радости в рупоры, носите победы на кителях. Влюбляйтесь, целуйтесь, безумствуйте, ведь в ваших руках настоящее. Не пользуйтесь ложной презумпцией слепой невиновности спящего, что сном объясняет бездействие. Держитесь другой траектории, стихами, аккордами, песнями. Пишите, творите историю.